Здравствуйте! Меня зовут Кухта. Правда, необычное имя. Так в Сибири называют иней, изморозь. А меня назвали так, потому что нашли в лесу заиндевелой от холода. Как я там оказалась? Обычная, хотя довольно грустная история. Моя мама была домашней собакой, но то ли не тот тапок съела, то ли залаяла не на того. В общем, хозяин выгнал ее на улицу. Молоденькая, наивная, она не смогла влиться в стаю городских собак, королей местных помоев, и приютилась в лесу, вблизи тропы здоровья. Гуляющие там лыжники и любители скандинавской ходьбы иногда бросали ей какую-нибудь еду. И этого хватало, чтобы не погибнуть от голода. Покорная зову природы, она загуляла и родила нас так же не в попад, как и вся ее нескладная жизнь. Наступали холода, и ветер уже оборвал всю листву с веток. Земля окаменела, и жалкие ее попытки выкопать для нас нору были безуспешны. Она даже не могла согреть нас своим тощим телом, потому что вынуждена была уходить на поиски еды. Так мы и лежали среди опавшей листвы. Шесть маленьких дрожащих комочков. Мороз становился с каждым днем все злее. И вот двое из нас не смогли пережить очередную ночь. На следующую ночь должна была настать наша очередь. Но тут пришли люди. Они принялись нас ловить и складывать в мешок. Мы ужасно перепугались. Но, как выяснилось, напрасно нас принесли в приют, в тепло и в первый раз в жизни накормили досыта. Прошел год, и мы подросли. Первое время мы боялись буквально всего. Нам хотелось только забиться в дальний угол будки и чтобы нас оставили в покое. Но люди были настойчивы. Постепенно мы поняли, что их прикосновения не причиняют боли, а гулять вокруг приюта на поводке не так и страшно. Со временем мы полюбили субботники. Когда в приют приходит много детей, приносят всякие вкусности и бегают с нами. Правда, потом, когда все уходят, становится так тоскливо. Помню, как меня в первый раз взяли на соревнования по конькроссу. Боги, как же это было страшно! Чужое место, незнакомые люди, собаки. Я прижалась брюхом к земле, и меня не смогли сдвинуть с места. Вместо меня побежал кто-то другой. Кажется, один из щенят, подброшенных в большом ящике. Они все были одеты в кофточки с вышитыми на них кличками, потому что были еще такими тощими, что все время мерзли. Смысла соревнований они не поняли. Но бежать по лесу на поводке не отказались. Наверное, еще не осознали, насколько этот мир полон опасностей. Но зато там
я впервые встретила Ксюшу и, видимо, как-то сумела ей понравиться, потому что потом в приюте она выбрала именно меня. Теперь это моя девочка. Конечно, она может погулять с другой собакой, если ее попросят, но приходит в приют она только ко мне, приносит разные вкусности, гладит и разговаривает. Принесла удобный поводок, сама сшила для меня шлейку и стала водить меня на разные занятия, чем мы только не занимались. И послушанием, и буксировкой, и аджилити. Знаете, что такое аджилити? Это ловкость, проворство и сообразительность. Это десяток разных снарядов. Было сложно, очень, но я старалась для нее. И у меня начало получаться. Я теперь много чего умею. И в туннель, и трюки разные. Намного увереннее себя чувствую. Уже не боюсь никого. А наоборот, лаю на чужих собак. Охраняю свою девочку. Мало ли, а вдруг обидят. Мы с ней уже и в конекросе участвовали. Правда, я ее уронила. Но это потому, что очень старалась выиграть. Как мне нравится катать ее на лыжах. Мы с ней несемся. Ксюша смеется. Такое удовольствие! Лучшая подруга у меня в приюте – Джесси. Она с Кариной занимается уже давно. Даже танцевать умеет. Она многому меня научила. Как со своим человеком обращаться, как его радовать. Но, думаю, у меня уже лучше, чем у нее получается. Почти каждый день приходит, но все же это не то. Ксюша, возьми меня к себе. Тунгуса вон взяли, а недавно и Манси. Из нашей семьи мы с Урманом вдвоем только остались. Возьми, ну пожалуйста. Знаешь, как я тебя буду любить. Жизни своей для тебя не пожалею. Из огня вытащу, из воды и в лесу отыщу, если заблудишься. От бандитского ножа заслоню и от пуль террориста. Если заболеешь, вакцину привезу через тайгу за 1000 километров. Не хуже знаменитого Балто. Я сумею. Только не бросай меня. Ладно? Мое большое, горячее сердце разорвется на 1000 кусков.
каждый кусочек все равно будет принадлежать только тебе, моя девочка, моя хозяйка, мой самый главный человек.